Яну, добрый день. Здравствуйте. Как ты познакомилась с сетевым бизнесом? Познакомила мама. Я получила туристическое образование, и у нас был семейный бизнес. Мы занимались туризмом после школы, я помогала, была ее агентом. И получилось так, что в один момент все пропало. Все рухнуло, были проблемы, мы переехали в другой город, где не было ни знакомых, ни друзей. И в этот момент ей поступило предложение поехать на семинар. Я осталась дома, ждать новостей, что там за семинар, какая там история. И когда она приехала, она рассказала мне о том, что, что может быть, о жилищной программе, о счете и о карьере. И, конечно же, я сразу загорелась, потому что такая программа это для меня была... Новая. Я, конечно, поняла, что это здорово, этим надо заниматься. И мы сразу открыли офис, купили мебель шикарную, сделали все как надо, стали заниматься вот именно жилищной программой, рассказывать людям нести добро и знакомить людей с этой информацией. Вот. Тогда я не вникала в карьеру, какие уровни, что я могу получать, как я могу зарабатывать. Я просто помогала маме, я была ее агентом, я помогала привлекать людей и рассказывать о программе вот и после нескольких встреч после нескольких месяцев а, такого труда как а, можно было а, людей пригласить рассказать им я поняла что это на самом деле очень сложно это очень тяжелый труд и этому надо учиться как ты преодолела эти трудности? Трудности я преодолела, я смотрела мотивационные ролики, смотрела фильмы, понимала, что э, многие успешные люди шли этим же путем, каким иду сейчас я. Я стала вникать э, в карьеру, я стала уже э, немножко соображать и понимать, куда я попала. Э, и после того, как прошел год, не было ни одного человека, ни одного клиента. Э, я поняла, что надо учиться дальше, надо что-то менять, надо, 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 наверное, в себе разобраться. Вот. И э, после этого я полетела на семинар, где, где в моей жизни появился такой человек, как Андреас Винс. И после него я поняла, что все, что я делала, я делала абсолютно не так. И все эти трудности, если бы я встретила его раньше и посмотрела его лекции послушала я бы все делала по-другому когда приходил к нам человек мы рассказывали все я рассказывала все что я знала сама о кооперативе о счете о карьере и когда человек выходил мне кажется он падал в обморок потому что такое количество информации запомнить новая информация от меня и он больше никогда не возвращался он просто терялся я но я очень тяжело это воспринимала. Так, а что явилось залогом твоего успеха? Залогом мотивация. Залог... Меня поддерживала очень моя семья. Мама меня поддерживала. Я смотрела, как ей трудно, как она росла по карьере. И я понимала, что мне тоже не, нельзя ее подводить. Мне нужно было идти за ней. И залог успеха это были уже ваши статьи, дипломы, сертификаты, которые вы получали, аргументы и факты, статьи в журналах. И это все меня мотивировало, и потом уже люди стали понимать, что она знает все. И они стали приходить ко мне. Я когда после семинара прилетела, я сразу пошла к своим любимым друзьям, родственникам с горящими глазами. Хотела поделиться с ними этой информацией. И думала, что сейчас у меня будет такая классная команда, они меня сейчас поддержат, и мы вместе начнем штурмовать этот рынок. Но оказалось не так. Все, никто не поверил мне, и никто меня не поддержал. Как ты это пережила? <laughs> ну, было мне сложно. Пережила я это болезненно, очень болезненно, потому что я надеялась на этих людей, но так произошло, что они остались работать по найму. Это было надежней, это было легче, наверное. Но я пошла дальше. Искала новых людей, и они ко мне приходили спустя время. Людям, которым я давала информацию, они сейчас наблюдают за мной в социальных сетях, они смотрят, где я путешествую, куда я летаю в разные города, собираю презентации, даже, может, немного человек, но все равно. И они наблюдают за мной, я это вижу, и даже Просились тоже послушать, посмотреть. Ты говоришь что, о том, что люди смотрели на твои путешествия. У тебя сейчас стало больше путешествий. Да, я стала намного больше путешествовать. Это промоушен от компании. Я безумно этому счастлива, потому что я очень люблю путешествовать. И для молодежи, которая тоже любит путешествовать, познавать все новое, но ну, это классно, на самом деле. Да, они за мной наблюдают, они смотрят. Я могу быть в одном городе, завтра я уже в другом. А послезавтра я уже полетела в Таиланд, например, со своей командой или на ретрит. Александр Федорович Джен устраивает такие ретриты в горах, мы ходим в ночные походы, мы обучаемся боевому искусству, силы, силе духа, командному духу, командообразованию. Это очень здорово, это, но это не передать словами. Насколько вырос твой доход по сравнению с тем старым бизнесом, туристическим, в котором ты была, и сейчас в сетевом бизнесе? Намного вырос. Я не ожидала, что в сетевом могут быть такие деньги, такие гонорары. Я просто, я никогда об этом не думала. Сейчас я зарабатываю ну, около 5000 евро в месяц. Я просто, ну, я была в шоке на самом деле. Моя команда мне помогает, она меня поддерживает. За какой период времени ты достигла такого дохода? Первый год у меня ничего не получалось, вообще ноль, а уже второй год я стала более-менее разбираться, и у меня стали получаться результаты. А какие теперь новые возможности открылись перед тобой уже в сетевой компании? Да, все возможности передо мной открылись, абсолютно все. Двери передо мной открылись. Я стала на самом деле мечтать. Я ставила, ста, стала ставить перед собой огромные большие цели, которые я раньше не ставила перед собой. Я не думала, что это можно просто так достичь за 2-3 года. Я думала, что это будет через 20-30 лет, я буду там успешной женщиной. Но мне это нужно сейчас. Мне сейчас нужна квартира, мне машина сейчас нужна карьера мне сейчас нужно жить и цели передо мной огромные сейчас стоят сетевой бизнес сейчас для молодежи это мощная индустрия сейчас я советую всем молодым людям почитать больше о сетевом маркетинге, узнать, посмотреть на великих людей, миллиардеров, которые заработали огромное состояние в этом бизнесе. Я тому подтверждение. Я, можно сказать, за два года сделала себе состояние. Купила квартиру в Сочи, купила машину. Ну и дальше я продолжаю развиваться. Это классно, это общение, это путешествие, это твоя команда. Что может быть еще лучше? Еще тем людям, которые приходят в наш бизнес, уже не нужно так мучиться, как это делали лидеры, когда еще ничего не было, ни квартир, ни признания государства, ничего не было. Сейчас вы, как президент, вы все сделали для нас. И сейчас работать легко, все есть, квартиры есть, пайщики, грамот куча, интервью в шикарных журналах куча, в газетах. Вы все сделали, чтобы наша работа была легче. Поэтому я всем желаю, чтобы все сюда приходили, работали, зарабатывали деньги. Яна, спасибо тебе за твое интервью. Спасибо за то, что поделилась своим опытом. Ставь дальнейшие цели и добивайся их. Спасибо, спасибо. вам большое.